Привет, друзья! Сегодня я снова буду готовить на костре. И сегодня я буду готовить довольно интересное блюдо, а именно жарить гриб трутовик серно-желтый с луком и укропом. Посмотрим, что получится. Я выяснила, что этот гриб как только не готовят. И жарят, и варят, и маринуют. И делают из него фарш, замораживают и потом добавляют в разные пироги, пирожки. Делают из него котлеты, сделают из него салаты с крабовыми палочками. В общем, фантазировать можно как угодно. Получаются эти грибы очень красивыми. Вот этот насыщенный желто-оранжевый цвет в обжаренном виде, тонкими вот этими полосочками нарезанные грибы смотрятся просто шикарно. Пора посолить. И последний штрих – укроп. Получилось божественно. В этом грибе нет лишней жидкости, он плотный, но не твердый, достаточно нежный, но не сочный. И приятно его так, даже не знаю, с чем сравнить, но получается очень вкусно, вот с лучком, с укропчиком, солью, просто смак.
Также читала, что можно его готовить со сметаной, с майонезом. В общем, ваша фантазия ничем не ограничена. Этот гриб можно готовить как угодно. Ну, желательно, конечно, обрабатывать его примерно 35-40 минут. Ну, в общем-то, на этом все. Всем приятного аппетита и до новых встреч!